Добрый день! Все, наверное, помню, проходила акция «Окна в успех». И там по акции был один из подарков – телевизор Samsung. Вот, могу вам показать. Он у меня долго был зарезервирован в резерве, и не могла я его получить. Еще не открывала, даже не вытаскивала. Будем смотреть вместе с вами. О, и хотелось бы еще сказать. Вот посмотрите, сегодня пришел этот телевизор. Сейчас многие компании даже уходят с рынка России. Все знают, по каким причинам. Компания Oriflame выполняет все обязательства, которые у нее есть перед бизнес-партнерами. Если телевизор они обещали, несмотря ни на что, они его все равно мне прислали. Этот телевизор мне пришел, накладную, я что-то не вижу, всего за 1 рубль. Так, господи, как бы его вытащить еще отсюда, я не знаю одной. Мне, наверное, даже не справиться. Он не такой уж большой, но... Так, это мы коробку сразу это ставлю на стол, будем смотреть. Так. О. Вот мой подарочек. Это бизнес-телевизор Samsung со всеми всевозможными функциями. И смарт, и, ну, в общем, супер. Как вам мой подарок за 1 рубль?